получается, против часовой. Бля, там же выбор. А еще направо. Ого. Организатор пришел, и там сейчас будет серьезное кино. Так, штурман пошел. Вот уже правильная траектория спецучастка. Выяснили, вот заход отсюда. И по кругу направо. В общем, вот тут ключевое место будет сейчас. Так, Олег пошел. Туда проехали. И там он нашел себе. Олег пошел. Это 11-й спецучасток. Разобрались уже с траекториями. Все, лебедка. А нет, все правильно. Сейчас на меня сюда выход. Или нет, нет. А, это возвращаться по этой траектории будет. Тут серьезная лебедка у ребят. В прошлом году мы их видели в Харькове. Работа очень четкая. Так, ребята, зайдите, пожалуйста, за ленту. Я спросил. Ну, пожалуйста, не поддавайте пример до остальных. Зайдите за ленту. Идем, идем. Все, давай. Это тренер. Мужчина, вы тренер? Да. Мужчина, зайдите, пожалуйста. Я вас прошу. Игорёчек. Зайдите, переступите за него. Пусти меня за ленту. Там серьезный экипаж стартует. А куда здесь лебедица? Если вдруг Дима, там справа, там глубоко, вернее, слева от машины. Очень глубоко. Да я вижу, он лебедит. Видишь, он не лебедит. То есть тебе тут лучше будет два приема и ближе трассы к ленте. Да, вот попробуем. Только ленту держать. Давай разгон! Вот, блин, старт. Да, все, правильная траектория, поехали. Смотрите, что тут творится. Это жесть просто. Так, нормальное кино начинается. Кто нас завтра ждет? Пока не потонет, она еще плавает. Так тут накопают вообще по шею. Но он мог под камышами зайти. Завтра ТР-1 тут будет весело, да? Там можно провишать. Ну можно, да, по под берегам, да, наверное? Нужно перекинуться, если по над берегом едешь. Два человека есть. А, там перекос, да? Боком пришел бы нам, лифт бы нам. Там яма. Офигенно. Да он там может плавать, по-моему, где бревно плавает. Глянь, он едет сам. Не, а, правильно, Глеб, ты все говоришь, да? Потому что он подровнялся. Так, там очень глубоко. Плавает морда. Реально время. Да, интересное начало. А вторая машинка здесь. А, да. У нас 6 участков сегодня. Это жесть. Квадры нет. Да, там яма, там уже... Красиво зашел. Красиво. Просто выход сразу. Такой вон просто тупо на лебедке.
Очень красиво. Вот и сразу выход. Было очень круто. Просто зацепился и выплыл моментально. Сколько спустился? Направо. Восьмерочка просто там. И, скорее всего, будет вторая вода. Восьмерочка, и сейчас под берегом на выход, на старт. Сань. Там, получается, против часовой. Бля, это уже глыба. А, еще направо. Ого. Все, финиш! Утонул. Все, ушел под воду, все. Это жестко. Это жестко. Да, сюжет закручен. Что тут скажешь? Не, ну а под берегом как-то было. А все равно, ну надо держать машину, ну не нырять же так. Тихо. Все ребята ни хера не протоптали, тупо поехали, блин. Ну, а что удивляться-то, блин? Ну? А эти отсюда ушли, надо эвакуацию, они же на канал. Я ухожу, блин, из списки, блин, сколько. Это жесть вообще. Это RFC, это круто. Я стою внизу в конце вешки, смотрю прямо на джир. Вот, а, я жал. Жесть полная. Это просто жесть. Баба, я напротив. То есть, если у тебя загадка, если шторки пошли вниз, ты газу. Слышишь, вот, смотри, как мы. Да, тут тоже. Если там сделать больше радиус захода, то можно будет сразу выйти. То есть там, где он стоит, надо направо. Там вообще нельзя воду заезжать. Там только стоит. Нет, там дерево скрыто. Там под берегом надо было как-то ехать. Ленточку. За ним где-то метра полтора-два ленты. Я думаю, до завтра там столько поменяется. Сейчас нет смысла туда заглядывать. Юра, а что там, я говорю, триальчик, да? Что там по триальчику? Нормально? Зацепили заднюю лебедку. Это РФС. Тут не шутят. Главное, знаешь, у вас тут вернулись. Давайте эвакуацию уже. Одно колесо сначала съехали. Там эвакуация в любом случае, шнуркель под водой. А сколько у них время осталось? Времени сейчас очень много. Масло там. Да два часа дай поехали. Да. Это ярко. Там по ноль, дальше задам. Да, неприятное начало. Ну ничего, масло поменяют. И поедут дальше. У вас эвакуация, пацаны? Один спецучасток. Вам надо туда на выход. Прямо. У них эвакуация, Дима. Передай маршалу, что эвакуацию просят. Так, лебедка. Своей тащится. А что здесь? Уже у маршала. Сейчас стоит. Ха. Еще и подгребают, что быстрее. Коми, разве нет? Там своей лебедой едут. Там уже тихо, все. Тихо. Ушел. Там можно не уходим, уходим. Так, ну тут тоже весело. Тут тоже надо под самой лентой идти. Ну так трассы и построены. Да он работает. Так, штурман идет. Руслан, а что такое? Лебедка? Что-то с лебедкой там, да. Так, тут четко все. Лучше назад. Уже назад. А что, лебедка не работает вообще? Лебедка погибла. Олежек, вижу тебя. Он мотать не будет. Да, не туда, не сюда. Да, такие. А малый то есть, ты ж малого. Я малого тримаю. Ты что?
Да, начало, начало жесткое. Остальным будет еще веселей. Первым всегда сложнее. Походу там тоже уже лебедка на сзади. Тоже, да? Тут Олег тоже тонет. Ёлки-палки. Ну четко надо протаптывать, так нельзя, конечно, нырять. Четко траекторию. Юра едет на эвакуацию. Да, давненько мы такой жести не видели. Шноркель надо выше ставить на такие мероприятия. Лучше протаптывать. С погодой повезло. Киеве дождь. Так. Так, а куда он едет? На эвакуацию. На эвакуацию едет? Мы думали, стартанул уже. Едет на эвакуацию. Сейчас эвакуатор надо будет эвакуировать, я чувствую. Не? Все. Так, тут зацепили все. Патрол наверху. Почти. Да, вот такая жесть. Так, машина едет на эвакуацию на лебедке. Это жестко. Да, для РФС, конечно, бесподобные места. Ничего не скажешь, сейчас мы тут ближе. Посмотрим, что тут с Олегом. Олежек, где ты? Как ты там? Как ты там? Жду эвакуацию. Понимаешь, проблема? Лебедка перестала работать. Если лебедка работала... Я иду к тебе, не бойся. Как ты там? Так, вот, тут и патрол видно. Лебедка просто перестала работать. Да я понял. Обидно, сейчас отремонтируемся и поедем дальше. А группа поддержки тут. Тут что-то твердое, слышь, бетон какой-то. Красиво шли, да? Красиво шли. Начинали красиво, а потом... Начало отличное. Так, патрол почти выняли. Там едет УАЗ за тобой. А, ты не заглох, все нормально. Не, я работаю. Под водой, мотор под водой работает. Заметь, мотор под водой. Да, да, мотор под водой. Ну, резиновый. Пол мотора. Он у меня же опущен. А, у тебя низ, скажу? Да. Как там внутри у тебя? Нормально. Порог есть? Сухнутые маечки. Ха-ха-ха, красавчик. Так, патрул здесь. Блин, камыши. А, это лента здесь. Здесь лента. Я думаю, что меня держит. Тут лента. Не, ну фотографии у тебя красивые зато. Может, шлема снять? Не надо. А, все равно сход уже, да? Да. Ну, одну сушку устали. Мы уже сейчас подремонтируемся и выезжаем. Все будет круто. Прорваемся. Правда? Так, все будет круто, прорваемся. Так, патрул. Видите, какой там выход крутой. Большой, очень крутой, обрывистый берег, поэтому под лентой. Но все равно надо было ближе брать. Ого! Где-то я тебя видел. Пошукай. А? А нашу тут. У вас не вытягивается. Через клуб. Да, все, патрол достали. Да, да. У вас здесь стоит. Все нормально. Сейчас ребята будут делать замену масла. Через блоки, дай хотя
Смотрите, так нас куда же ход плыть. Да, да. Давай, давай, давай. А ну, давай. Помощи. Не холодно? Так вода свеженькая, да? Прохладная вода, говорю, или нормально? Штурман. Что, очки замочил? Одевай. Блин, какие очки у тебя красивые вообще. Ого. Да не, ну блин, если бы ты их одел, вы бы проехали. Это проблема. Ну конечно. Лоханулся конкретно. Что такой-то запах? Вы спасатель? Вы штурман? Так, пошла машинка. Вынимают. Блин. Тут бы отвесить тебя. Где? Руслан, где ты? Где он? Пусть отвесит тебя, скажи ему. Олег. Да. Не газуй, не газуй. Такая жесть. Да не надо, там 12-я сушка, там завтра будет. Да, хорошо. Что-то сцепление воняет или что? Может, с УАЗика. Может, с УАЗика, да. С УАЗика? Лебедка заработала. Давай, 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 давай. Переходим. Где я проезд? Где ты? Видимо, ленточку я туда и уйду. Это штурман следующего экипажа. Аккуратно ходит. Там легко пойдет. И под самой лентой, под камышами, там лента по камышам, под самой лентой. И там твердо вначале. Я понял, надо зайти аккуратно и сюда тянуться, не копая. Большие. Патрол вынимают. Уже перед кем кто не вытекает? Че? А что вытекает? Ну это из трубы. Ведь шнурки, труба горизонтальная. А, все, все, понял. Вот вода со шнуркеля, чтобы вытекло. Это жесть.